Дорогие зрители, я телепортировался в Арктику. Сейчас время примерно 11:30. Мы пришли в ресторан. Идет заготовка дров. Здесь я нашел нерастаявший снег. Рестораном у походников называется то место, где обычно полпути и люди отдыхают. Вот здесь отдых примерно около часа получается, да? Чайку попить, перекусить, отдохнуть, сил набраться, да? Вот Игорь Джан дрова заготавливает. Грибобас Джан тоже вот. Да, окей, все хорошо получается. Да. Работаем. Сейчас еще Ворнер Джан сделан. Ворнер Джан. Вот наши тут рюкзачки. Да, я знаю. У Ворнера, да, Тибет 100. А, не буду трогать, у него там фотоаппарат еще уроню. Так, у Грибобаса Юкон. Юкон 95 у него. У меня Абакан. Абакан. Это я не помню число какое-то. Абакан вроде бы 120. Игорь Джан, а у тебя типа этот, как его? Как рюкзак у тебя называется? Ермак. А, еще осталось показать, у кого какие ножи. Да. Ворнер, покажи, пожалуйста, свой ножичек. Вот мой эксклюзивный ножичек. Климомастера. Климомастера? Название ножа есть. Твоего имени, да? Но. Ну-ка вот так сделай, я сейчас приближение. Сталь это H12MF, да? Да. Так, Грибобас, свой ножик покажи. Сейчас. А, это нож выживальщика, да? Да. Гербер. Ага. Это тебе прислал, подарил этот с Владивостока. Да, помнишь да, его фамилию? Да, вот забыл фамилию тоже его. Видишь, ну он сам ножами завез вроде бы. Я не знаю, кем он работает. Подожди, фамилию-то как у него? Да вот что-то я что-то забыл, что не помню я. Память у нас плохая. Не-не, сейчас мы вспомним. Ага. Так, давай. Сейчас мы вспомним. Ага. У нас даже поход несколько серий в честь его назван. А, да, стой. Румянцев. Во, точно. Румянцевский поход. Ага. Так, а где Игорь Джан-то? Игорь Джан. Не Джон, а Джан. А, Игорь Джан. Молодец. Так. Сейчас идет освещение, у кого какие ножи, кто с собой взял. Я взял три. Три? Ну покажи, какой у тебя. Ну с собой один только, покажи быстренько, и все. И я буду заниматься, помогать делом. Не надо. Ну давай попозже, ладно, попозже. Хорошо. Все. Я иду помогать парням. Все. Пока.